ранку, друзі. Продовжується наша програма. Як ми обіцяли сьогодні, нас завітала гостя Катерина Чубко, психолог. І будемо сьогодні говорити з нею про досить поширене явище. Це панічні атаки. Вітаємо вас. Добре утро. Доброго дуже ранку. Гарно мій колега сформулював явище, тому що можливо і не захворювання, і не якась патологія. Що ж це таке панічна атака? Що касається панічної атаки, якщо смотреть більш обширне это понятие, то сначала надо заглянуть в такое заболевание, как паническое расстройство. Оно находится в международной классификации болезней. Это есть определенная таблица, и действительно оно туда внесено. Ну а паническая атака, это уже в подобной таблице занесено как симптом. То есть паническая атака имеет ряд симптомов. Так. И эта паническая атака может относиться как к паническому расстройству, так и к каким-то другим расстройствам. То есть это может быть депрессивное расстройство, это может быть посттравматическое стрессовое расстройство, это может быть сердечно-сосудистое заболевание, это может быть симптомами даже прийома каких-то препаратів. Наслідок такий, да, невеличкий. Да. І все ж таки, от симптоми панічної атаки, як на них звертати увагу? Тобто, от ми з вами поза ефіром трохи поспілкувалися і вирішили, що от зазвичай, коли перед сном ми собі там налаштовуємося, хочемо спати і починається. Ось тут одна така думка, вона починає розвиватися. Що з цим робити? От дуже часто, аж до того, здавалося психологічно, але аж починає трусити, тобто, от як зрозуміти, що це саме панічна атака, і от звичайно, що, як їм запобігати? Ну, що стосується панічної атаки, вона супроводжується, прежде всего, це спонтанное проявление ее, то есть из ниоткуда. Не обязательно должны быть какие-то ситуации, которые способствовали. Есть и такие моменты, конечно, но чаще всего это появляется спонтанно, чувство. Оно, как оно проявляется вообще? Это может быть ком в горле, тяжело дышать, тремор в руках, может быть головокружение, вплоть до такого состояния, как предобморочное. Да, также это может быть тошнота. То есть человек вот настолько начинает переживать, что у него появляется тошнота, он руки могут неметь или покалывание быть в руках. То есть каждый по-своему это состояние переживает. Но каждый, хочу сразу успокоить, каждый из нас паническую атаку раз или два в своей жизни все-таки имели. Но когда мы видим, что это состояние повторяется, то тут уже, конечно, надо бить тревогу, потому что оно будет мешать нам сосуществовать. И если так отдельно рассматривать паническую атаку, да, ну, она сопровождается тревогой и страхом. В принципе, сами по себе страх и тревога – это инстинкты самосохранения, правильно? Но опять же, все хорошо, когда оно не мешает нам жить. Поэтому тут уже каждый человек должен понимать и прислушиваться к себе. Если действительно часто повторяются такие вот состояния. Наскільки часто? Тобто от періодично, там, раз у тиждень, раз у місяць, як дозволена оця панічна атака, коли вона, ну, в принципі, нічого поганого у нас не відбувається? От, не треба бити на сполох. Взагалі, панічні атаки ділять на два види. Да. Два вида. Это большая развернутая паническая атака. В ней входит 4 и более симптомов, тех, которые я вот перечислила ранее. Малая паническая атака – это меньше симптомов, меньше 4. И, соответственно, если это большая паническая атака, то она может у нас повторяться реже. Раз в неделю, раз в месяц. Угу. Если это малая, она может повторяться несколько раз в день. Ага. Тобто, да. Аж до меньше такого. Симптомов, но повторяется чаще. И тут, конечно, все индивидуально, как, ну, каждый человек понимает, это ему мешает. Если, даже, знаете, бывают такие ситуации, что люди, переживая несколько раз вот эти панические атаки, они это привязывают к какому-то заболеванию сразу.
То есть прежде всего, чтобы диагностировать, что это действительно паническая атака, которая подразумевает паническое расстройство, то нам надо исключить все заболевания, это сердечно-сосудистые заболевания, это какие-то заболевания легких. Оно все у нас в организме взаимосвязано. Иногда человек может развить в себе паническую атаку из-за того, что ему тяжело дышать, у него астма, да, и он боится задохнуться. Ну, в принципі, тут все логічно. Єдине, хотіла запитатися, наскільки от спадковість впливає? Чи можна говорити, що от якщо є у батьків якесь таке захворювання, то воно буде і в дітей? Є, звісно, такий момент, да, що генетично є предрасположеність. Якщо тривожні батьки, якщо батьки имели вот эти переживания, или у них сопровождаются до сих пор вот эти панические атаки, конечно, ребенок будет тоже, есть вероятность того, что он будет тоже это на себе ощущать. Также еще очень интересный факт, близнецы, так. Однояйцевые близнецы тоже, если один из близнецов страдает паническими атаками, то также может и второй страдать. А то это не будет связано с тем, что вот они делятся своими проблемами где-то больше и вот рассказывают про страхи? Это больше генетическая взаимосвязь и предрасположенность. Так. Мене от також цікавить питання, панічні атаки і фобії. Чи є в них щось спільне, чи все ж таки це відмінне? От постійне, можливо, відчуття загрози, якесь необґрунтоване. Чи подібне це? Звісно, фобії теж включають в себе панічні атаки. Тобто, коли ми чогось боїмося, цей страх, да, він супроводжується тими ж самими симптомами, як і у панічної атаки. І ще є таке поняття, як агорафобія. Это когда человек, например, испытал где-то в метро первый раз вот эту паническую атаку, он привязывает это состояние к месту. И то есть в будущем он будет стараться избегать метро, каких-то вот замкнутых помещений. Натовпів, напевно, да, 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 совершенно верно. У нас настолько психика наша старается нас защитить, она блокирует просто-напросто. И вот это вот инстинкт самосохранения, но это искусственное понимание того, что нам надо этого избегать. В итоге человек может просто замкнуться и сидеть в четырех стенах, потому что он будет бояться выйти. То есть главное не дать развиваться этому состоянию. Чи можемо пов'язувати ось ці панічні атаки, можливо, з якимись порами року чи з порами доби? От ми вже говорили про те, що зазвичай люди от десь страждають від цього ввечері, от перед сном, коли є якась, напевно, вільна хвилинка, але чи можна, наприклад, казати, що навесні, чи взимку, чи влітку, чи в якусь іншу пору ми більше піддаємося ось таким атакам? Якщо ми розглядаємо панічну атаку іменно як частину панічного розстройства, это уже психология, психиатрия, да, и мы знаем, что идет обострение именно психологических каких-то заболеваний весна-осень. Когда у нас истощенная и необогащенная витаминами нервная система, мы очень такие ранимые, восприимчивые, и тут, конечно, может дать волю такое вот состояние, я это называю, это не заболевание, это состояние паническая атака, которое мы можем очень легко побороть, главное повірити в свої сили і знати, як це зробити. Тобто можна зробити це самотужки, не обов'язково звертатися до психологів, чи все ж таки? І от в який момент варто зрозуміти, що пора до вузького спеціаліста звертатися, тобто коли це вже переходить всі межі, і людина розуміє, що все, вона вже настільки десь на межі, от хотілося б знати. Самотужки... Это надо быть очень осознанным, наверное, чтобы понимать. Ну, прежде всего, опять же, повторяюсь, надо исключить все болезни, да, то есть, чтобы не было сердечно-сосудистых каких-то заболеваний, понимать, что это конкретно относится к расстройству, да. И тогда просто для себя человек ощущает, что мне некомфортно. Получается, вот эта паническая атака руководит мною, да, мне мешает жить. И в таких ситуациях, конечно, если я сам не справляюсь, а действительно замкнутый круг вот этой панической атаки, она проходит тогда ровно, как только человек поймет, что он контролирует этот процесс, это состояние.
Но она с нами происходит в тот момент, когда мы думаем, что это неконтролируемое состояние. Поэтому, конечно, надо обратиться к специалисту. И смотря в какой стадии уже, да, вот человек переживает это состояние. В моей практике, слава богу, были случаи, когда люди обращались рано, то есть их не поглощало вот это состояние. И это уже моя была задача убедить их в том, что они могут контролировать этот, ну, этот процесс в их организме. И, естественно, как они это понимали, до этого доходили, состояние пропадало. Но есть такие случаи, когда люди уже, конечно, как у нас привычно, обращаются в последние моменты. Або взагалі не звертаються. Да, и когда уже нервная система истощена, человек и физически, и морально просто не имеет силы справиться и даже с помощью психолога справиться, тогда уже назначают какие-то антидепрессанты, ингибиторы, и таким образом сначала стабилизируют состояние клієнта, а потім уже, звісно, включається психолог і допомагає йому преодолити це состояние. От стосовно страхів, ми з вами говорили, зокрема, про поїздку в метро. Зізнаюся вам про свій один з багатьох страхів – це їздити в ліфтах. Колись була ситуація за страх і більше туди ні ногою. Чи можна от повернутися до, так би мовити, нормального життя? Чи можна якось побороти цей страх? Яким чином? Наскільки це складно? Тому що страх просто нереальний. Ускладнюється дихання, зразу якісь незрозумілі думки стосовно нібито і неіснуючої загрози насправді. Правильно, когда уже у нас, вот вы подметили хорошо, что вы застряли, был испуг сильный, и теперь, конечно, наша психологическая система просто нас пытается сохранить от подобной ситуации. И это нормально. Но если это вам мешает жить, прежде всего надо ну, проработать немножко вот этот вот страх, который вы пережили, и прийти к тому, что не всегда мы застреваем в лифтах, это единичные случаи, что с вами ничего там не случилось, а по большому итогу вы, слава богу, сидите перед нами жив-здоров. То есть, когда мы не разрешаем этому страху овладевать нами, это сначала, знаете, это где-то первые, может, два раза, три раза, опять же, все индивидуально, может создавать некие усилия над самим собой. Но только стоит вам побороть его именно один на один, то вы поймете, что ну, жизнь прекрасна, все нормально, лифтами очень классно. Катайся. От якраз в мене питання, що воно виникло. От часто кажуть, потрібно дивитися страху в очі. Наскільки підтримуєте цю думку? Чесно, я так і делаю. Я так і делаю, я считаю, клин клином вишибають, ну, в розумних поняттях этого слова. То есть, конечно, мы боимся чего-то неизведанного или то, что нас когда-то там напугало, но ситуации разные, и надо попробовать в разных ракурсах одну и ту же ситуацию, посмотреть со всех сторон на нее, и тогда понимаешь, действительно стоит ее бояться или нет. А если мы не попробуем, как мы будем знать? Що хотіла запитатися, от чи правда, що жінки більше страждають від панічних атак, і от в якому віці найбільше? От я читала, що від 30 до 40 років це період таких десь найбільших нападів, а потім чи до того, і після того вже от вони сходять трішечки, збавляють свої оберти. Ну, ви правильно читали. Дійсно, как бы основная маса населення, это, кстати, 5% всего населення страдают паническими атаками, приходится именно на вот этот период от 25 до 40-45 лет. Потом встречаются случаи, даже у деток есть панические атаки, это страх перед школой, и если родители вовремя не обратят внимания, ну, не найдут причину, почему ребенок боится идти, а будут говорить, ну, всем надо, мы ходим на работу, и тебе надо в школу, то есть, то это может перерасти в такую паническую атаку. И она может, если не проявиться в малом возрасте, то потом проявиться когда-то, вот когда уже будет ребеночку 30 лет, да. Точно так же в старшем возрасте у женщин это происходит, когда меняется гормональная система,
тоже может сопровождаться такими паническими атаками, то есть сбой какой-то гормональный идет и на фоне этого развиваться. У подростков, у которых нестабильная нервная система еще, да, тоже могут встречаться панические атаки. Ну и, конечно, конечно, это в таком смысле, что все-таки мы, женщины, более такие восприимчивые, эмоциональные, и все-таки более нам подвластно это состояние панических атак, чем мужчинам. Нам і Євгенію Пасічнику. От так дійдемо до висновків. Знаєте, от хочеться закінчити на такій мажорній хорошій ноті і побажати всім нашим глядачам контролювати ситуацію, не піддаватися панічним атакам, стресам, депресіям і тому подібному. Давайте самолікуванням не займаємося. Якщо вже зрозуміємо, що все з-під контролю вийшло, звертаємося до психологів і не варто якось соромитися. Кажуть, що це і справді допомагає. Так, Катерина Чубко, психолог, сьогодні була в нас в гостях. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої програми. Вам спасибо. Прощаємося з гостею, але не прощаємося із вами.